Опа! А вот ты, кстати, телепортер обхода за месяц. Зомби так и остался в колесе. Вообще туда залез. Я понимаю, братан, тебе больно. Понимаю, не кричи, сейчас тебе помогу. Привет, брат. Говорит, проверь лифт. Что это? Что у главного гер... А, это твое ружье! Я думаю, что это какой-то ствол торчит у главного героя. Думал, боец... Вы неправильно... Ты! Блядь, старшина нахуй! Брось таращиться на меня! Собаки съели аномалию. Ой-ой, прости, я не хотела, просто... Что просто? Перепутала меня с мишенью? Дура ты... Долбаная. Ну что, касатик, малинничек попал, говоришь. Будет тебе еще сбучка, будет. Ты точно бабушка вообще? Какой-то голос до плечи у тебя совсем не бабушкины. Ой, удалите кто-нибудь этого Фреона и забаньте, пожалуйста. Так, модераторы. Кто здесь из модераторов? А, это кот! А, так это кот! Фух, я очень боюсь получить какие-нибудь баны на Ютубе, и когда я только первый раз посмотрел, я подумал, что... Неважно, что я подумал, ребят, это моя фантазия, это просто кот. Фреон, ну ты такой. Так, ну смотрите, полтер не достает, кстати, сюда, что очень хорошо. Нет, нормальное место, сейчас гранатками можно... То есть... Псевдогигант долбанул, у меня в руках взорвалась граната потом. То есть вы понимаете весь эпик произошедшего? Не, ну таких смертей у меня еще никогда не было. Что это за фраерок у вас тут появился? Это что, ваша крыша? Слушай ты, сосок поросячий, забирай своих шестерок и валите отсюда, пока целы, лошары. Ну, шалавы дряхлые, вы сами этого хотели. Нормально. Что? Чего? Нет! Нет! Чё не стрелять оружие? Да, здравствуйте, лаги. На это можно смотреть бесконечно, по-моему. Но мы не будем смотреть на это бесконечно. Сын, иди сюда, смотри, какая у меня игрушка есть. Смотри, смотри. Вот такая, нравится? Не понравилась игрушка? Заходи, сбоку заходи!
Это как звук заставки какой-то, типа. Смотрите, сейчас. АП-Про представляет. О, кто нафиг? Просто посмотрите на него. Ну все, картошка, хана тебе. Сейчас я тебя выкупаю. Тебе не похер ли, как они вообще называются? И зачем тебе знать? Ведь у тебя на роже написано, что ты уголовник со стажем. Ответ неправильный. И прям к контролёру на ужин. Слушайте, по-моему, они работают в одном кафе. Там повар, и он только что вынес блюдо прям в зал. Да, вот прям тебя тут не хватало сейчас. Вот прям тебя только не хватало. Своими хвостами, с этими. Да. Атмосферно. Ты добавляешь атмосферу, кот. И задница, когда поворачиваешься к камере. Вообще. Все, давай. До свидания. Слышь, а ты не заразный, что ты в маске? Да, всем в масках надо ходить. Тебе советую. Нет маски. А, да. Ну, спасибо. Ёлки-палки, здесь на коронавирус. Да, носи, а то товарищи сотники могут по шляпе дать за так. Фу, блин, наморники. Сейчас же вирус непонятный какой-то ходит. И вот сейчас все в маске ходят. Как-то так. Но мы в Москву просто полетели, да, выполнить квест и найти Таню. Да не папа я тебе. Сначала тест ДНК, потом будем разговаривать. Пошел отсюда! Никаких тебе элементов. И не ной, тебе уже 8. Старая слишком, чтобы по тайникам лазить уже. Ну где ты, тайник там? Полное погружение в игру. Так, сейчас будем искать, значит. Как сержант долго отлетел от собаки в баре на нейтральную, ну как бы на безопасную относительно территорию, как он сдох? Как? Так, ну вот и первые встреченные чисто небовцы, и они тут сражаются с комарами. Комаров бьют на болоте. Вы когда-нибудь видели такое, что небеси сражаются с комарами? Суровые чернобыльские комары. Да убейте вы этого комара! Друг друга перестреляли. Прикладом его бьет. Выручайте. Тоже победит. Опа! Хорошо, он прям прикладом его. Сзади он тебя! Второй. Он его ударил. Видели, он ушатал его. Чувак, это не комар. Похоже, всех завалили. Все, отбой. 8-800-555. Кто это? Так, стой, подожди. Алло. А можно встречное предложение? Вы не хотите зайти на сайт appopro.ru и скачать там лучшие модификации для сталкера?
Нет, мне не требуется. Почему? Там очень хорошие модификации. Есть вариант Омега, есть альтернатива. Там даже девчонки есть в нижнем белье. Прошу прощения, но, к сожалению, на посторонней теме я с вами разговаривать не могу. Я Почему? Могу озвучить предложение от банка. Вам удобно будет его прослушать сейчас или нет? Только если вы прослушаете мое предложение. Мы исходящие или не входящие, поэтому ваше предложение я прослушать не могу. Вам удобно будет прослушать банковское наше предложение? Только если вам будет удобно прослушать мое предложение. Хорошо, я вас поняла. Прошу прощения тогда за беспокойство. appro.ru, только appro.ru. Заходите на appro.ru.